Сейчас еду через песчаное. А как мне кажется, дороги той, которая меня приведет старый Салтов. В картах почти ничего не видно. Дороги не указаны, просто пятно. Карта с названиями населенных пунктов. И догадайся сама, как ехать. Куда люди? Короче, еду по более-менее проторенной дороге. Даже какие-то остатки асфальта сейчас под колесами велосипеда есть. То есть это какая-то там левая дорога. Столбиками отмечена. Если люди будут, спрошу мне дорогу. Пойду ли я старый Салтов или нет, если буду ехать по этому пути. Так, только не кусай, только не кусай. Вы не подскажете, на старый Салтов я тут не проеду, да? Тут меня сейчас собаки порвут. Марик, слышите, тихо. День добрый. Не подскажете, тут я никак на старый Салтов не проскочу. Здесь есть какая-то тропинка или что тут? Такие вот кущи я накопился пробираться здесь. Только не крапива, только не крапива. Не... Да, я рух такой. Спускаться хорошо, вверх вот так подниматься. Так, мало не было сегодня приключений. Еще одно нашел. Хотя бы все-таки по полю уже поехал, а то все. Раздолбанные дороги до дороги. Квадроцикл должен быть вроде. И там шнурка, что дорогу под травой не видишь. Видишь? Меня. Это не полевая дорога на карте. Тут сплошные колбидоды. А на спидометре уже 44-44. Что-то тучки не нравятся. Идут. Горизонты. Написано, такая долина здесь. Вот так.